просто играли очень много, разбирали игры других профессиональных команд с других серверов и следили за различными турнирами. Пытались анализировать и, конечно же, очень много играли. Самым главным преимуществом, я считаю, будет являться наша уверенность и спокойствие, потому что мы уже в третий раз принимаем участие в LAN-финалах, и в этот раз мы спокойны и уверены, и спокойно сможем сделать это. Да, я считаю, что мы сможем выиграть этот турнир. Самое главное – это сохранять себе спокойствие и играть так, как мы играем обычно. Мы не боимся никого на этом турнире. Конечно, мы хотим больше всего встретить команду Team Secret. К сожалению, мы уступили им в финале в Лондоне. Тем не менее, сейчас у нас есть прекрасный шанс, чтобы отыграться. Больше всего я хочу сыграть против команды Team Secret, потому что я считаю, что эта команда единственная команда в Европе, которая очень серьезно относится к игре и умеет не только просто хорошо играть на героях, но также хорошо драфтит, хорошо двигается по карте и понимает игру. Если мы победим в этом чемпионате, скорее всего, мы присоединимся к какой-то профессиональной организации, с которой мы продолжим развиваться вместе. Мы продолжим тренироваться и играть вместе все больше и больше и добиваться новых и новых вершин. Благодаря вашей поддержке. Я хотел бы выразить очень большую благодарность вам, нашим болельщикам, за вашу поддержку. Все это, наше нахождение здесь, возможно, только благодаря вам и только для вас мы делаем все эти видео, мы делаем все эти стримы. И давайте расти и двигаться дальше вместе.